В Атырауской области общественный фонд «Бізде адамбыз» реализует уникальный проект. В нем участвуют люди с ограниченными возможностями, стремящиеся освоить новые профессии. Около 20 человек обучаются по трем направлениям. Руководители проекта отмечают, что их цель – не только профессиональное развитие участников, но и содействие их социализации и адаптации к новым условиям. В Атырау граждане с ограниченными возможностями осваивают новые профессии. Благотворительный проект при поддержке компании «Тенге Шеврол» реализуется общественным фондом «Бізде адамбыз». В рамках программы в течение трех дней планируется обучить около 20 участников по трем основным направлениям. Первое охватит вопросы цифровой грамотности. Здесь участники проекта научатся работать с такими приложениями, как ЕГОВ и ЕУТНШ, а также с программами Word и Excel. Затем, по своему желанию, они смогут пройти курс по развитию собственного бизнеса или освоить навыки, необходимые для продвижения в социальных сетях. Попав в нынешнюю ситуацию, я решил сменить профессию и узнать больше о предпринимательском деле. Я всегда интересовался бизнесом. Пришел сюда, чтобы получить необходимую информацию и развить свой интерес. Ведь мы многого не знаем. Спасибо фонду «Бізде адамбыз» за предоставленную возможность. По словам организаторов, проект вносит значительный вклад не только в профессиональное развитие людей с ограниченными возможностями, но и помогает им в социализации и адаптации к новым условиям. Вот эти все три дня у нас проходят продуктивно. Я хочу сказать огромное рахмет компании «Тенге Шеврол» за ее поддержку. Я думаю, это будет классный проект. Мы по истечении трех дней этих людей не оставим. Мы будем продолжать им помогать и дальше их вести. Наша задача как фонда, мы хотим, чтобы люди с инвалидностью не просто социализировались, а именно зарабатывали. Мы работаем над проектом «Бізде адамбыз» на протяжении 4 лет. И сегодня открываем новую программу. Она должна помочь гражданам с ограниченными возможностями найти свое место в обществе. Желаю всем участникам удачи. Надеемся, что благодаря этому курсу они получат новые знания и будут заниматься любимым делом. Инициаторы проекта уверены, что освоение таких актуальных навыков и профессий в кратчайшие сроки поможет людям с ограниченными возможностями стать финансово независимыми. Кроме того, данный проект станет первым шагом при создании постоянной платформы для профессионального развития людей с инвалидностью в регионе. Нурсуяль Брусова, Жархна Канатова, Кулбек Киртаев, Каспия Ньюс, специально для телеканала ТДК-42 из Атырау.